И здравия, соратники! И сегодня я расскажу вам, как выглядит враг. Покажу даже. Вместе с настоящим пониманием, позволяющим победить врага, приходит любовь к нему. Эндрю Виген. И вот опять. Враг как бы дает подсказки, но на самом деле врет. Он всегда врет. Такова его суть. Точнее, ее. Почему ее? Сейчас объясню.